Привет, Олег. Правда, сегодня хороший день? Да. Как у тебя дела? Нормально. Чем мы сегодня займемся? Чем? Ну, сегодня... Я даже не знаю. Слышишь какой-то звук? Это десептикон. Какой? Это десептикон Soundwave. Надо спрятаться. Прячься скорее. Так, лорд Мегатрон приказал мне собрать армию динозавров, и я захвачу. Вот, портал. Сейчас я в него зайду. Тем временем мы с Финикой. Ты видел, что он задумал? Что? Попасть в прошлое? Что? Машину времени забыл, что ли? Ну, он где-то нашел портал, через который можно попасть в прошлое. Да, это проблема. Надо ему помешать. Понятно, я бы-то пройду, но ты слишком большой. Ну ты, надеюсь, мне поможешь? Я? Да как я по-твоему тебя поднимаю? Легко. Я уменьшусь. Уменьшишься? Да, и ты меня поднимешь. Есть вариант получше. Надо? Нет, надо тут. Надо и котик. А как ему зовут? Есть идея? Какая? Лифт. Лифт времени? Ну, не совсем. Это лифт, который вот этот лифт. Вот. Вот. Сюда. Все. О! Блядь, он входит в портал. Ну что, я вхожу. Держите, жалкие автоботишки. Я иду захватывать этот жалкий мишка. Так, теперь это мой раб, сажусь на тебя. Временем Soundwave. Так. Никого из динозавров не приручил. Какое невезение. Свиньи! Ну, ползючки, гадючки, получайте. Одна есть, вторая. А ну иди сюда, мерзкая ползючка. Все. Виниклер, хватай его! Хватай, чё ты стоишь? Хватаю уже, хватаю! Ты я смерти на меня напасть, да я же великий Саундвейв. Подумаешь, да я тебя одной левой. И одной правой, и левой правой, левой правой. А, это мой коронный удар был. Больно? Нет. Ну, я тебя сейчас как врежу. А. Ничего у тебя не выйдет. Ау. Ну, я тебя сейчас сожгу ракетами. Получай. Видел, у тебя даже крылья твои. Что ты теперь будешь делать?
Я могу и без крыльев сражаться. Получай ракету. Ну что, упал? Встать не можешь. Олег, на помощь! Ну что я могу сделать? У меня даже оружия нет. Так. Придумай что-нибудь. Минуточку. Есть идея. А я знаю тут один секретный прием. Называется «Дедушкины сказки». Так, вот в чем заключается. Ходил колобок и взял горшок. Вот так тебе! А теперь все. Он повержен. Правда, его классно? Классно. Фух, я победила. А ты... Мой бастер украл десептиконы. Тебе мне дёшка обещал новый купить. Везёт тебе. Не пропустите, пожалуйста, видео с распаковкой нового бастера. Оно выйдет в конце этого месяца. Всем пока.